Наша съемочная группа в эти выходные работала с сотрудниками полиции, контролируя криминальную обстановку в Сургуте. ДТП весьма незначительное произошло на улице Индустриальной в пятницу поздно вечером. Автомобиль Toyota врезался в Kia Rio. Обошлось без пострадавших, однако обстоятельства, которые привели к аварии, показались интересными и очевидцам, и полицейским. Мы ехали на зеленый светофор. Смотрим, стоит машина, посигналили, ноль внимания вообще. Начали объезжать, смотрим, мужчина лежит на руле. Остановились, решили помочь. И в итоге помогли, и случилось ДТП. Проснулся, въехал, видимо, у него коробка автомата, и он поехал. Ничего не поясняет по состоянию, говорит, я не пьяный, но видно, что человек не в адеквате. Не совсем адекватное поведение виновника ДТП привлекло внимание инспекторов ГИБДД. Во время досмотра автомобиля в отсеке для очков полицейские нашли пакет с веществом белого цвета. Следом правоохранители попытались обыскать сумку с документами водителя. Однако сразу этого сделать не удалось. Мужчина бросился бежать. Так, это что? Держи! Впрочем, беглеца достаточно быстро задержали и надели на него наручники. В одном из отсеков сумки лежали упакованные свертки с порошком, возможно, предназначенные для продажи, примерно 20 штук. Вещество отправлено на экспертизу, а мужчина задержан. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.